пройти биоимпедансометрию, узнать, чем опасен лишний вес и как исправить ситуацию, пензенцы могут здесь бесплатно. В преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением в одном из крупных торгово-развлекательных центров города работает мобильный медицинский кабинет. Человек, приходя к нам, проходит определенный вид регистрации. То есть в данном случае он регистрируется у нас, потом ему измеряют артериальное давление, затем измеряют уровень глюкозы, холестерина крови, определяется окружность талии, рост, вес сообщается для того, чтобы все данные были занесены в аппарат биоимпедансметрии, который в данном случае позволит определить уровень жира, жидкости и костной мышечной массы. После этого пациент идет к доктору, врач по медицинской профилактике. Если будут обнаружены какие-то факторы риска, будет проведена коррекция. И если потребуются какие-то дополнительные мероприятия, то, конечно, будут назначены дополнительные рекомендации. В том числе, возможно, пациент будет направлен в поликлинику для дообследования. Врачи напоминают, излишний вес может стать причиной развития опасных заболеваний – сахарного диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза, некоторых видов злокачественных новообразований, нарушения репродуктивной функции, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.